еще один самоубийца. Thank you.
все это грибники. Собирают грибы. Дожди были вчера, позавчера. Сейчас вытащат мешки. Полные мешки с грибами. Запах битума в салоне. Камеры забыл включить заднюю.
себя смотреть. Можете самостоятельно звук убрать и доложить, включить свою любимую музыку. Обычным днем курю в 3-4 раза меньше движения. Мегафон, связь, это лесенка, только одна единичка, только одно деление. Сейчас взглянем на Теле2. Теле2, 4, 2, ну, 2, 3, близкие, как их назвать-то, блин. Thank you.
убрал Яндекс.Навигатор немного. Очень хорошая функция. Можно выбрать, забить, например, АЗС, какие, Лукойл или еще что. Я забил Газпромнефть. Это первое. Второе. Есть функция поиска стоянок, охраняемые и неохраняемые. Ну, охраняемые — это платные, скажем так, и бесплатные. Моментально находит, высыпает целую кучу. И очень удобно в этом плане. Просто помню по прошлым годам, когда приходилось по радио у дальнобойщиков спрашивать, где можно остановиться безопасно на ночевку, на привал, где можно принять пищу. Вот здесь же функция Яндекс.Навигатор, эта функция такая есть. Она, во-первых, подыскивает такие стоянки охраняемые. Там есть номер телефона, как с ними связаться. Даже сайты есть этих стоянок. Вот, посмотреть, почитать отзывы об этих стоянках можно. Оставить свой отзыв. Ну, поинтересоваться самым главным, что на туалет и умывальник, чтобы утром можно было не терять время, привести себя в порядок и двигаться. Ну, цены нужно узнавать отдельно, потому что на всех стоянках цены разные. Стиральная доска. Какой трафик потребляет Яндекс.Навигатор, сказать не могу, чтобы не получилось так, что я остался без навигации, я взял без лимита. Потому что был случай, когда ехал в Крым, позвонили с мегафона девушка. Предложила тариф, я объяснил ей, что мне только для навигации нужен интернет. Вот, хорошо, да, сейчас все. Перешли на этот, что она предлагала. Ну и что? Там столько было понацеплено разных приложений, разной чепухи ненужной. Какие-то викторины, какая-то еще хрень. И мне хватило трафика на полдня. Вот так вот.
конечно, матерился я в ее адрес, но было уже поздно. Помню один вопрос из этой дурацкой викторины. Советская армия одержала победу 3. Первое. Ввели новую форму одежды. Второе. Был сильный ветер. В общем, такая ахинея. А потом, значит, то, что были введены погоны. В общем, такая грохинея была. Я вот на самом деле столько времени плевался в ее адрес. Сам виноват, надо было бы послать подальше. Ну, вот, по-моему, сейчас мы вольемся в М-11. Не знаю, врать не буду, такое впечатление. Нашли место, где встать. Под мостом, блин. Так. Что это за трасса, я не знаю. Может быть М10, может быть М11. Так, Великий Новгород. Поворот на Великий Новгород. Это не вижу я указателей, не вижу стелы. Развязка на Великий Новгород. Развязку, наверное, проехали, да. Thank you.
Где бананы? Где ананасы? Жилеты, что-то там киноски. Можно было выбрать, если бы качество было достойное. Газпром нефть, по-моему. Полбака бензина почти. Да. Сургутнефтегаз. Похоже. Похоже на Газпром нефть. Thank you.
неплохое место для ночевки, привала, отдыха. Видите, сюда дальнобойщиков стоит. Это один из показателей. Платная дорога. Вот легковушка уходит на М-11. Ну а мы люди бедные. Мы бесплатные. Халявные. Это халява. Это на наши налоги. Дорожные налоги и прочее, прочее. Путешественники с багажниками на крыше. Лесной вор, лесной вор. Thank you.
запас хода на 330 километров.
Пошел, у тебя почет, как 12 рублей.